Интернет-магазин с сувенирами, на который нанесены рисунки Толи Кацина, на этой неделе стал одним из самых популярных среди топ-10 запросов Яндекса. Напомним, неделю назад мы запустили проект «В помощь особенному мальчику». Толя стал первым героем нашей социальной акции «Дари добро». И сегодня сайт сувениров Толи в сутки посещают более 3500 человек со всего мира. И только за первые сутки поступило более 30 заказов на сумму 30 тысяч рублей. Новость о Толе, его талантах и сайте попала практически во все краевые федеральные СМИ. Сейчас родители мальчика ежедневно лично развозят по 6-7 заказов. Кроме того, помогают им и волонтеры проекта. Магазин продолжает активно работать, и с каждым днем заказов все больше. На данный момент уже обработано более 270 покупок на сумму свыше 160 тысяч рублей. Впечатляет и география посетителей сайта. Работы Толи оценили люди более чем из 50 стран мира. Покупают сувениры и иностранцы, и россияне. И очень много покупателей из Москвы. Екатеринбург, много заказов. Значит, ну, Москва, область, вы упомянули, Нижний Новгород, Дальний Восток сейчас начал заказывать, Владивосток, Хабаровск, север, это вот Уренгой, северные городки такие, Самара. То есть география обширна, то есть Анапа заказывает, заказала несколько заказов, сделала, Новосибирск. То есть, ну, сразу все не охватишь, заказов много, ну, практически как бы вся Россия.